Региональные власти предлагают увеличить единовременные выплаты молодым специалистам, которые придут работать на предприятия агропромышленного комплекса, до 500 тысяч рублей. Это в несколько раз больше, чем сейчас. При этом предполагается, что финансовой поддержке придадут целевой характер. К примеру, молодой сельский специалист сможет направить эти деньги на приобретение или строительство жилья в сельской местности, а также на продолжение обучения. Отмечу, что стимулирующие меры в виде единовременного пособия появились несколько лет назад. Их получают выпускники учебных заведений сельхозпрофиля, которые приходят на работу в хозяйство. По замыслу властей, меры должны помочь привлечению молодых специалистов в АПК.